Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу про вход в личный кабинет Тинькофф Страхование. Тинькофф Страхование можно пользоваться не только через мобильное приложение, но также и через личный кабинет. И для того, чтобы войти в этот личный кабинет, нам необходимо в любом браузере в поисковой строке написать либо «Тинькофф Страхование», либо «Вход в личный кабинет Тинькофф Страхование». И мы заходим в самую первую ссылку, которая выдает нам поисковик, и мы видим, что Тинькофф предлагает ввести логин. И нужно обратить внимание на то, что если вы уже ранее регистрировались в личном кабинете Тинькофф, причем неважно, не нужно, чтобы вы регистрировались и пользовались продуктами именно Тинькофф Страхованием, а любым другим продуктом Тинькофф. То есть, если у вас уже, например, есть дебетовая карта Тинькофф, и вы уже ранее регистрировались в личном кабинете Тинькофф, то необходимо ввести те же самые данные. Если вы не помните, то посмотрите, например, в смс-ках от Тинькофф, потому что Тинькофф, когда вы первый раз регистрировались в системе, посылает логин и пароль в виде смс-оповещения, и там вы можете найти всю информацию. Вы вводите эти данные. Если вы забыли, например, логин и пароль, то нужно пройти там тоже небольшую такую регистрацию по восстановлению ваших данных, и вы, конечно же, можете без проблем восстановить ваш логин и пароль. Ничего в этом страшного нет. Но если вы ранее не регистрировались в личном кабинете Тинькофф, то необходимо пройти регистрацию. Она очень маленькая, ее быстро можно пройти. Для этого необходимо ввести ваш номер телефона. И, конечно же, телефон должен быть рядом с вами, потому что на него придет логин, пароль. Ну и, конечно, в дальнейшем будут приходить коды подтверждения для того, чтобы вы смогли войти в личный кабинет. Так вот, вы вводите номер телефона, потом у вас попросят номер карты, если она у вас есть, если у вас ее нет, то, соответственно, ничего вводить не нужно. И, как я уже сказала, придет логин и пароль. Пароль вы потом можете, кстати, переделать на тот пароль, который вам удобно будет вводить. Все, и регистрация будет окончена. То есть, как вы видите, ничего сверхъестественного здесь нет. Самое главное, чтобы у вас под рукой был ваш телефон. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!